Сегодня у нас будет небольшой туторчик по материальчикам, а точнее по материальчику снега. Когда вот мы из такого вот снега сделаем такой вот модненький с белым отблеском сверху и с красивым переходиком здесь вот. Из белого снега в обычный синенький. Так, значит, показываю материал, как это сделано. Вот, значит, весь материал overview показываю, но нас интересует только вот эта вот часть с значением snow. Значит, что у нас здесь есть? У нас есть pixel normal world space input, так называемый. Что это означает? Вот я подсвечу, это вектор нормали каждого пиксела и каждого вертекса. Вот. Здесь вот как бы написано, можно почитать и потом тиснуть на seed full documentation и прочитать вообще, что это такое. Значит, что у нас здесь происходит дальше? Мы берем от этих вертексов через mask, получаем по координаты по вертекс, точнее не координаты, а векторы по z суммируемых. И из них вычитаем так называемый snow square, ну параметр, как я назвал его snow square, ну вообще это просто как бы координату по z, уменьшение ее. Вот, и сюда, это мы уже получили, как бы скажем так, наш снег. Он уже будет снежным, таким беленьким сверху. Вот, но у нас хочется, чтобы был переход, за это отвечает параметр Desert Temporal AA, так и пишется. Вот, параметр Random отвечает за, скажем так, вот, за Desert, за переходность, как это по-русски назвать. Вот, допустим, ставим параметр 5, но видите, что получилось 10, вот, ну вот так это выглядит. Мне подходит параметр 2. Заодно, кстати, покажу вот этот параметр уменьшения, как выглядит по Z. 5, допустим, мы видим, ничего нет, 2 ничего, 1 столько, там 0 все белое. Вот, это уже мы столько вычли. И что у нас здесь еще есть, это мы просто умножаем на скалярное значение, то есть делаем просто его ярче, если нам нужно. Либо просто выключаем, переводя в 0. Ну, это еще интересная вещь, как Blend Lighten. Blend — это наложение слоев, как в Photoshop. Вот у нас есть те же самые режимы наложения, и мы их можем просто так же миксовать. То есть здесь у нас светленький снежок с синеньким, скажем так, снежком, поэтому мы используем режим наложения Blend Lighten. Вот, заводим это все в Base Color и получаем такой снежок. Значит, все остальное здесь у меня есть в материале, это просто этот вариант обычного снега, ничего в нем такого нет, чтобы просто о нем рассказывать. Можно завести любой цвет и будет также работать. Значит, ну еще раз показываю, что мы, у нас получилось. Вот такой вот снег у нас сейчас есть. Ну, вот такой вот дефолтный. Вот такой вот туторчик у нас вышел.